Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку The Agony, вернее, Agony, просто даже без Z. Вот, а мы путешествуем, соответственно, по аду в поисках непонятно чего, непонятно куда, непонятно зачем. Пытаясь найти ответы на свои... Ты дурак? Да я тебе леща тоже дам. Никогда, никогда так не делайте. Плохо это все. Отправишься в путешествие, иди за ней. На самую вершину. Он что, еще поет, что ли? На распев как-то? А что такое? Это что за полная жопа? А, сигилы — это незавершенные знаки. Найди соответствующий сигил и нарисуй недостающую часть, чтобы совершить ритуал. А что, к этой жопе сиськи перерисовать надо? Найди способ выбраться из лабиринта разума. Так, что тут нарисовать должен? Так, наверное, вот так вот. Ну, все ж логично. Ну. Все. Нет. Ладно. Нет. Опа, еще один стоит. У них нет глаз. Но они реагируют на каждое резкое движение. Я когда-то видел, как один из них перестал гнаться за мясом, потому что его заинтересовал огонь. Может, он просто хотел погреться? В любом случае, что-то есть такое в огне, что притягивает эти чудовища. Так что лучше не привыкай к факелу. Не привыкай к огню. I wouldn't become too attached to that torch. Don't become too attached to fire. А, так. Тут как раз на богине. Ты тоже? Почему? Why? Собор на горе. Собор из костей, из трупов. Из тел таких, как твое. Миллионы тел. Вы никогда не научитесь. Миллионы тел. Ты... Слышь? А, нифига себе. Я думал, там этот хедграбер или как там. А это вон, это. Все понял. Это как те демоны были. Помните, в самом начале это не то, что демоны, а в статую демонов, которые стояли, просто стояли у входа в зале суда. Вот, походу, это вот они. Только там вроде мужики были, а тут он баба. Че это такое? А что это такое, кстати, да? Это ж знак, походу. Ты запомнил сигил. Это он запомнил, я нихрена не запомнил. Так, ну я так понимаю, надо рисовать. Вон оно что, ну-ка. Во! А, ну вот так-то лучше. Так, мне уже больше нравится. Поехали. Херак-херак. Принять. Нормально! Ага, это дверь. Кто бы знал-то. А, так они, нифига их тут развалилось-то. А тут что-нибудь еще есть? А то что-то сразу к нему побежал. А, нет, тут больше ничего-то, собственно, и нету. Это мы как раз против... Ни хрена себе громадина. Это мы после лабиринта, помните этого? Бесконечный туннель, или как он назывался? Вот мы сюда пришли. Так, кто не смотрел первую часть, либо про... А это не я, это оно само. Наверное. Чё это? Ну-ка возьми, черепок. А, череп подобран. И что он делает? Руки-то живые, нихера себе. А, взаимодействие, линия судьбы, бег, камера, прыжок, зайдешь, дыхание. Почему карта-то не работает? Вот же я карту жму. Я ж на карту жму, чё за фигня? А может на русскую? Нет. Карта что-то какое-то кидалово. Написана карта, а карта открывает почему-то у нас меню управления. Сразу не понял, кто такая. Хрен ты узнает. Ладно. Так. Блин.
Что-то мне ничего не понятно, что происходит. Мы куда-то идем. Опа. Записка. Земля задрожала, когда я впервые увидел это чудовище. Его грубая сила не имеет себе равных. И даже демоны ищут, где укрыться, когда черт поблизости. Наказанные слепотой мученики впадают в безумство, не помня ничего, кроме боли и насилия. Те, кто послабее, в конце концов сдаются, а их дух рассеивается, оставляя бессильную и потерпевшую надежду оболочку. Однако есть среди них такие, которые используют свой гнев, чтобы еще раз оживить покалеченное тело и наполнить вены пылающей кровью демона. Открывая разум для безумия и грубости, они становятся трехметровыми чудовищами, единственной целью которых является причинять страдания другим. Боль и страх отныне это все, чего они желают. Остатки веры, погребенные на дне из их разума, означают, что черти остаются верными богине и подсознательно стараются ее удовлетворить, выстраивая очередные конструкции в ее честь из останков людей, которые были настолько глупы, чтобы встать на их пути. Затаи дыхание и молись, как только почувствуешь, что земля начинает дрожать у тебя под ногами. Ага, это, кстати, очень полезно было. Я так думаю. Так. Но тут вроде больше ничего нет такого, да? Никаких-нибудь там статуэток, ничего. Я просто на них еще посмотрю, мало ли. Я не знаю, для чего они нужны, поэтому надо посматривать. Честно говоря, гамма тут отвратительнейшая. Просто отвратительная. Тут ни хрена не видно. Увеличение гаммы тут заключается в том, что просто вот белую ширму такой перед тобой на монитор повесили. Короче, что добавлял, что не добавлял. Не, ну конечно получше, но... Честно говоря, ни хрена все равно не видно. Короче, видосы эти лучше смотреть вечерком. Не очень удачно не выпускает их ближе к лету, когда на улице светло. И так в мониторе ни хрена не видно. Надо зимой выпускать, когда уже 4 вечера, все темно, и может спокойно хоть что-то разглядеть. Что это такое? Гнездо какое-то из рук. Что это такое? Хрен узнает. Я могу лазить? Нет, я лазить не могу. Ладно, пойдем обратно. Капец. Ладно, у меня хоть рулонные шторы эти, как они, типа жалюзи, у меня при этом полностью тонированные с отражателями стоят. Что у меня, даже когда очень-очень ярко, прям солнце в окно светит, у меня просто темнота. У меня невозможно даже найти стол, если я дверь закрою. То есть полная темнота. А это мне, кстати, очень нравится. Специально для этого делал. Так, мы тут уже были, мы отсюда приперлись. Давайте вправо тогда пойдем. Там что-то светится. Так. А, ну да, с этим мы поболтали. Ни хрена себе перехватили. Да я больше испугался этого. Что у меня управление перехватили. Что там? А, вот она. Так, они идут на огонь. Что делать-то? А демоны полагаются на свои чувства. Изучи поведение своих противников и используй окружение. Чтобы эффективно с ними справиться, нажми Alt, чтобы задержать дыхание. Так тебя не услышат. Прячься в куче тел, либо в расщельных, чтобы тебя было сложнее найти. Используй обе возможности, чтобы остаться незамеченным. Ох, нихрена себе. Уй, бабёха. Ты сможешь использовать факел для того, чтобы привлекать или отвлекать внимание демонов. Тихо, тут музыка заиграла. Ты не ори, тише, а. На, вот её хавайте. У них у всех рожи какие-то странные. Меня тут нету, вали отсюда нахер. Да ты тварь, ты что творишь-то? Меня нету тут. Зашибись. В агоне смерть является частью твоего путешествия. Воспользуйся своим астральным телом, чтобы найти и завладеть податливым персонажем. До того, как твоя душа начнет исчезать. Твоя душа со временем начнет исчезать, так что действуй быстро. Она соединена с твоим последним телом. Помни, что в случае необходимости надо вернуться по своим следам. Так, горизонтальное движение, вертикальное движение. Ctrl, пробел. А, все, понял. А я хрен того знает. А, так в смысле, так это вот я, да? Так в смысле, это ж я. Слышь? Собака такая. Душу верни. Что-то я не понял ни хрена. Так я ж вот вернулся как бы. Где он? Вон, вон я лежу, но... Может, к ней надо? А, я в другое, походу, вселяться сейчас буду. Вон оно чё! Короче, тело тут вообще не канает. Тело это беспонтовая штука. Хорош. Давай вставай. Ну подумаешь, блин, сиськи выросли.
яйки отвалились. Чё теперь? Зато жив. Здоров. Почти. Ладно, херня. Короче, за это время нам нужно реально очень быстро находить любое тело. А тела, наверное, потому мы балахоны-то и снимаем. Где он там орёт, чё? Это вот кто? О, вон. Ой, так это она. А это кто? Короче. А, о, ну правильно. То же самое почти. Чё там сделать-то, как? На, спрячься. Зачем? Так, стоп, а нахрена я спрятался-то? Не люблю я, когда за мной гоняются в хоррорах. Не люблю. Это становится не хоррор, становится догонялка. Не нравится мне это абсолютно. Что это такое? Возьми. А, вон там мужик какой-то. Так, я так понимаю, нам, наверное, туда надо. Чисто по логике. Либо, а, либо сюда, либо туда. Но я ее там не вижу, так что давайте пробуем сейчас сюда ломануться. Тут, скорее всего, заперто, да? А в смысле ты меня куда направляешь-то? Алло, я не хочу туда, я сюда хочу. Я вообще на экскурсию как бы пришел. Да, конечно, ага! Скотина ты, скотобаза, твою мать! Расщелина была. Лезь. Все. Я не знаю, где скотобаза. Нормально все. Так, бабеха, если что, я тебя запомнил. Я к тебе приду. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Издеваюсь, бесформенный, увечный. Что от меня осталось? Почему она на меня... Чего? А, ты орал, что ли? Твою же дивизию. Так, а, во-первых, давай сюда залезем. Во-вторых, я не могу воспользоваться обилками. Хорошо. А, во, тут ближе вроде, да? А что делать-то надо? Хрен-то его знает. Ну, короче, я если что вот нашел это трупика потенциального. Все бы ничего, но я ее реально не вижу. Какой-то хреновина летает. Вон, вот теперь я ее вижу. А нам-то куда, блин? А в смысле ты меня туда повел? Я вот сюда хотел. Твою за ногу, ладно, погнали. А, давайте за лучиками пойдем. Им виднее. Они тут местные, походу. А, о! Это, ну-ка, дай-ка, на всякий случай. Пригодишься. Вон что-то нашел. Вон оно что. Нет, что это такое? Что с этим делать-то? Взять не могу, ни хрена не могу. Что не так-то? Уй! Смотрите-ка, идет. Уходит. Хе-хе-хе, зараза такая. Блин. Она опять идет, что ли? Не, она вроде уходит. А, он вторая идет, вижу. И вообще не видно ни хрена их. Твою мать, идет. Иди налево. Молодец. Какая послушная скотина. Вот и ходи там. Ой. Зараза. Блин, а что делать-то надо? Это мне сейчас какой-нибудь инди-хоррор такой напоминает. Конечно, почему бы меня туда и не отправить? Как раз то место, где они ходят толпами. Прям стадами бегают, пасутся. Вон собака ходит. Так.
А оно мне сюда надо? Хрен-то узнает, пойдем туда сходим. А, не знаю, сейчас куда-то вылезем. Так бы, по-моему... А, нет. Я думал, начало вылезли. Короче, а, бред сумасшедшего. Вот куда ты мне повел? Я, короче, ничего понять не могу. Тут очень странный GPS. Даже больше скажу, он тут никакущий. Так мы тут уже гуляли, мы тут уже местные. Сейчас главное, что вот эта корова не встала. Так, тут мы тоже были. Я так понимаю, нам нужно сделать что-то, чтобы... О, не ходит. Чтобы, соответственно, открыть ворота. Хрен-то узнает, короче. Ну, короче, надо что-то делать. В принципе, я думаю, правильно я соображаю, да? Если бы нихрена делать не нужно было бы, уже что-то произошло бы. Палка, палка, палка. А что там огонь? Огонь их... Что он там делает? Ну, кто ли приманивает, то ли хрен-то узнает. Подожди. То ли наоборот уманивает. Он приманивает. Кинь. Как тебя выкинуть-то? Черт, я забыл, как выкидывать-то ее. А, секундочку, как выкинуть? Камера прижигает, где же слабая атака? Хрен того знает. Ладно, пойдем. Пока на нас не бегут, мне... Ой, вот тут надо это. На. А в смысле ты? А что не работаем-то? Хера себе не работает. А мне как сейвиться-то? Алло, гараж. Вон там еще один. Блин, короче, я не знаю. Тут очень все неоднозначно. Идет где-то. Не пойму, только спереди или сзади. Справа, а вот где именно? Ты дура, что ли, твою мать? Коза, блин. Лысая. Реально, зараза, напугала. А, так вот. Ну. Сюда же. А, это кости, да? И чё? Кому мне тут дубинка ударить, чтобы открылась? Капец, игрушка. Собака. Че делать-то? Может, тут задание какое-то есть, нет? Нет. А, о, найти красную богиню, найти способ выбраться из лабиринта разума. А, ну как? Конечно. Активируйте контрольные точки или собирайте статуэтки богини, чтобы получить больше линий судьбы. Так вот. А, ну да, конечно. Черепки надо собирать-то, ё-моё. Череп подобран. Это автосейф, я так понимаю, да? Я надеюсь. Так, ладно, хоть что-то становится ясно. Да с этими черепками уже хрену пойми, что делать-то. Так, ты тут что тусуешься? Понятно. Какая у нее прическа модная, да? Черепашка! Твою за ногу. Прячемся. Брось палку, да. А потушить ты не могла. Где он там? Вон идет. Его вообще ни хрена не видно. Кое-как разглядел. А, идет собака. Рогатая. А это какая-то другая собака. Это реально рогатая. Кстати, да. Странно. Та была какая-то другая, та была зубастая, это собака рогатая. Так, ну я так понимаю, наверное, уходить можно, да? В принципе, мы избавились от палки, которая мне как бы вообще не уперлась сейчас. Которая вроде как их подманивает. Так, хорошо. Что-то мы сделали.
А что именно? Их ни хренашеньки не видно, блин. Просто не видно. Что это? Нет. Показалось. Ну-ка давай, показывай, куда мне. Но в целом вот остались две точки. К одной мы вроде как приближаемся. Тут черепок должен быть, видимо. А это, наверное, вообще выход. Имеется в виду. Да, это, наверное, вообще выход. Ну, сюда же? Да, сюда. А, значит, вон там череп. Все, я понял, понял, понял. Какие контрольные точки? Вы о чем? Ну, хочешь не хочешь, нам туда надо. А там были две штуки, ходили. Зубастых. Возможно, рогатых, не уверен. Вообще капец какой-то, да? Иди, говорят, погуляй в аду. Ты что, ты нормальный, ты адекватный? Ты адекватный. А вот та нет. И вот это нет. И вообще, пустите меня куда-нибудь. Так, надо, короче, отсюда линять. Тут две скотобазы бегают. А я еще не знаю, куда идти. Вон скотобазы. Ушла. Так. Это я плюхаю? Искренне надеюсь. Чимим! Она, короче, где-то там была два года. А я в этом почти что уверен. Да не ори ты, на, вот, балахон сними и увидишь, какой прекрасный мир тебя окружает. Он, видишь, шашлыки жарят. В конце концов, болото засыпает, чтобы удобнее ходить было. Сидит тут, ну я что-то, блин, надел балахон. И вещи недоволен всем. Так, у меня тут истерика сейчас начнется. Че делать-то, куда идти? Я что-то вообще не туда уперся, блин. Мне кажется, тут вообще не надо ходить. Короче, походу есть дороги, куда надо идти, а куда совершенно не надо. И вот мы сейчас на дороге, куда вообще нахрен не нужно было бы заходить. Просто это лабиринт. Вот, кстати говоря, мы где-то очень-очень близко. А я могу тут перелезть? А, что-то вроде получается. Ага. Двух раз получилось у него. Так, тут мы были. Так вот, 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 вот. Как мне туда попасть-то, ё-моё? Я ж только что оттуда. Ты ж, мужик, ты тут местный вроде. Дорогу подскажи, а. Так. Ну-ка, давай прыгай еще раз. Ох ты, нифига себе. Коготки-то отрастило. Да. Абзац. Ну, в целом, где-то вот сюда надо. Только как туда попасть, я не понял. Вот вроде... Понятно. Ходит, хлюпает там что-то пятками своими. Это кто? Это баба. А это кто? Это козел. Это козел идет сюда. А, план такой. Посидим, посмотрим. Куда этот козел пойдет? Ни хрена не видно. Но посидим, посмотрим. О, второй козел идет. Интересно, я могу надолго дыхание задерживать? Так-то минутки полторы было бы. Очень даже, кстати. А черт, он козлиный ходит, козлит. Да ты куда идешь? Там только что та ушла. Мне пройти туда надо. Иди отсюда. Вот, вот, молодец, короче, все, она хорошая. Вот эта хорошая, вот справа, которая пошла, она своя. А вот слева я не понял. Че ты тут ходишь? Не-н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 е! Да как так-то, а? Ты меня вообще как увидела? А, ну да, че ты, задумался. Так. Я, короче, наверное, сюда не могу, да, вселиться пока. Потому что она в балахоне, овца эта. Вон он, череп или какая-то хрень. Все, я понял. Тут вроде был козел где-то справа. А, так я вот в этого могу. Давай шустрее.
Вот, дед, ты меня спалил, поэтому давай вали отсюда из этого тела, теперь я им буду управлять. Ни хрена не вижу, где я, кто я. Сюда я. Короче, надо что-то придумать. Надо очень что-то придумать, реактивно просто. Так, она ушла. Нам нужно прорваться туда. Одна ушла, вторая идет. Конечно. А ни хрена себе, как туда попадать-то? Алло, гараж. А, ну ладно. Вот давай-давай, греби сюда. Да чё ты споткнулся-то обо что, дебила, кусок? Хватай, хватай, всё. Какое письмо? Я чё за херню взял-то? Чё меня сидят, у меня дыхалка кончилась. Давай, беги, твою за ногу. Твою же жопу спасай, а не свою. На. Что-то в этом, да, что-то в этом есть. Только что-то совсем не то, что я хотел. Так, да уйди ты, блин, пятки свои развесили. Где тут хоть одна, я не знаю, гиперболоид, параболоид, мать его. О, это надо запомнить. Так, ну-ка. А что, выше-то не могу взлететь? Ни хрена себе. Ну, вниз спустись, так, а что теперь? Что это такое? Да все, хана. Сейчас зато узнаем, что будет-то. Я и так нифига найти не могу. О, я оделась. Ты лучше с этим справишься. Ты козлов своих убери, я справлюсь. Умная, блин. Вон, все рогатые ходят. Я с напильником приду. Рога-то отпили вы нахер. Вот мне интересно. По идее, у нас была контрольная точка, когда мы подобрали череп. Давайте посмотрим, возможно, мы начнем оттуда. Я хотя бы на это очень сильно надеюсь. Да ты капец, лабиринт. Да ты прикололась, да? Охренеть! Это что, мы серию просто так формально бегали? Так, короче, на тебе леща. А, тебе леща не дать. Ладно. Там, короче, записка была, она вообще абсолютно бесполезная оказалась. Ну ладно, вообще. Да не ори ты, где он там орёт? А я знаю, где мы. Вот. Так, а сколько вообще осталось? Давайте посмотрим. Раз, два. А, так всего две и осталось. Нет, значит, все нормально. Значит, мы тот череп в итоге подобрали. То есть мы начали... Да что такое? А во что ты спотыкаешься-то вечно, а? Капец. Ходить вообще не умеет. Так, где тут кто-то ревет? Надо его, короче, это... Так, вон мужик. Если что, мы в него вселимся. Тут вроде как где-то еще кто-то ревет. Я вот слышу. Надо балахоны снимать. Пока балахоны не сняты, это все шляпа. Да, я тебя тоже ударю. На. Не бей себя, мне тело это пригодится еще. Что это? О, статуэтка. Тоже хорош. А, я так понимаю, прогресс вроде как сохраняется. Лица нам нужно идти заново. А, но... Вон собака ходит, она вон туда. А там записка была, охрен ли нам туда идти? А походу нифига не сохраняется, ребята. Твою дивизию. Кто тут справа ходит? Ну, вон, да, идет. И вон ходит. Короче, я... Да не ори ты, побежала там за мной гнаться сразу. Нет меня, все. Испугалась, убежала. Вот, молодец. А, ну все. А то смотришь, что-то музыка не пропадает, думаю, мало ли. Потусоваться. Вот это вот что такое? Вот, да, мы там мимо пробегали как раз. Символ нужно было. Так. Короче, надо сначала чекпоинты себе пооткрывать. Охренеть, блин. О, статуэтка. Хорошо.
Я так понимаю, нам даже не сколько черепа, наверное, нужны. Сколько? Да что такое, блин? Ты чего спотыкаешься-то вечно, заколебал? А мы кто? Мы мужик опять. Отрастили. Вот. Че ты встал-то? Бляха, дай пройду. Капец, не дают пройти. Сколько, скорее всего, нам нужно вот этот символ найти где-то? Наверное. Встань. Так, вот тут они слева ходили. Да этот лабиринт уже лучше их знаю. Наверное. Да не наверное, а точно. Так, ладно. Давайте я сходим тут черепок возьмем, слева, который был от входа. Вот там он. На той стороне. Так, тут попробуем пооткрывать кого-нибудь. Слушай, мужик... Ой, блин, ходит. Да твою нет! Да ты издеваешься, да? Че ты за тварь такая? Вот это уже не хоррор. Это уже какой-то вынос мозга, вон, я вижу. Иди сюда. Это реально, это вынос мозга начинается. Я терпеть не могу такие хорроры, когда нечего бояться. Нечего бояться. А вот бегать приходится как барану, блин, конченому. Ну, тут они ходили, в тот раз. А нам куда? Твою мать, конечно, ага. Я же говорю, слепошары, блин, белки. Почему белки, не знаю. Может, они сидят, нахрен. Залезь туда! В смысле, а ты что не лезешь-то, алё? Окошки, типа. Ладно, отдыхай тогда. Слышь, рожа лысая, ты что не работаешь? Давай работай, мне сейф нужен. О, статуэтка. Капец, я в шоке. Я в шоке. Пойдем. Так, а мы в этой части еще не были. На случай, я этого не помню. Где тут, бляха, муха, выход? Я догадываюсь, что нам нужно найти знак. Я догадываюсь, что нам нужно найти, возможно, черепки. Но это не точно. Что это такое? Да ну! Ты че, серьезно? Фига себе. Трупиком прикинуться можно. Кстати говоря! Тогда, походу, сюда надо. Че бы там какая-то вода была? Так, надо не забыть их. Ты дурак, что ли, орать-то так, а? А вот, вот тут мы череп находили, давайте проверим. Только, че толку-то находили? Ай, конечно, да. Так. Тихо. Спокойно. Вон находит. А вон, вижу. Надо эту палку взять. Палку под поджигалку. Давай, бери. Интересно, если леща это дать палкой прокатить, нет? Что-то я сомневаюсь, что вообще мы что-то сможем с ними сделать. Короче, это как Outlast. Какого-то хрена мы тут что-то делаем и ни хрена сделать не можем. Так, где же? Так, тут была статуя, значит, направо, вот сюда. Вот, да, вот тут был проход. А давайте, да ё-моё, уже выдохся. Чё за тело у него такое тренированное, да? Поджигай, нам сюда. Так ты отойди. Так, поджог. Давай быстрее, там корова идет. А, нормально все. У меня тут что, трупики есть, за которые спрятаться? Я уже чухнул. Все, могу идти. Куда иду, хрен пойми. Че ищу, хрен пойми. Ух ты, что-то нашел. Так, короче, мы читерим, походу. Мы сваливаем из этого лабиринта каким-то непонятным совершенно путем. Так она задыхается нахрен? Путем-то? А, нет, не задыхается. Нет, задыхается. Да не, ну давай вот не надо, а. Капец. Никакой тяги к жизни.
Абсолютно. Я могу сквозь проходить? Не могу. А кого я тут сейчас найду? Прошу прощения. Тут тел-то не было. Я тут пока обратно вернусь, все уже утону 10 раз. Душа утонет 10 раз, блин, у него. Ё-моё. Я знаю, где кто есть. Но... Нет, нормально, вроде поштрее полетели. Да тихо ты, не ори. Вот. Вот и все. Капец. Да-да-да-да-да. Успокаивает собака? Нет, блин, она меня еще успокаивает. Капец. Короче, ребят, давайте мы на этом закончим. Если вы знаете, как эту заразу проходить, что в этом лабиринте надо сделать, вы мне обязательно в комментариях пишите, потому что это капец какой-то. Ходили-ходили, ни хрена не сделали, еще и померли. Слышь, а если с тобой побазарить еще раз? Короче, хрен его знает. А давайте мы пока на этом прервемся. Да пошел ты. На это прервемся, собственно. Как-то вот так вот. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам понравилась серия, не забывайте большой палец вверх. Обязательно пишите в комментариях, что тут надо делать, потому что я пока вообще это вынос мозга не знаю. То ли мне искать, ну, соответственно, понятно, то ли мне черепки искать, то ли мне этот знак искать, куда идти. Ну, короче, лабиринт, да, лабиринт. Как с этим может бороться, можно, не знаю, это все обязательно пишите. Вот, и если не подписаны на канал, подписывайтесь. На этом все, всем удачи, всем пока.